Коркино торжественно открыли памятник горнякам. Монумент отреставрировали ко дню шахтеров. В порядок привели и сам сквер. Выложили тротуарную плитку, восстановили газоны. Я каждый день вот сюда прохожу, каждый день. И когда он был еще это разломанный, хорошо сделали. Сейчас каждый будет подходить, и будет заглядывать. А то все голод урожает, он был разбаленный весь. Этот памятник открыли почти 30 лет назад, когда Коркинский разрез отмечал полувековой юбилей. В начале нулевых годов большую часть выработок закрыли, и многие горняки остались без работы. С тех пор монумент фактически был бесхозным. Восстановили его на деньги местных жителей и бизнесменов. Предложил свою помощь, так как, в принципе, мне не чуждо вот это все, как бы, да, и я имею к этому отношение. И хотелось просто увековечить память своих родителей, тех, с кем вместе рос, кто строил этот город, строителей и шахтеров. В ближайшее время возле памятника высадят голубые ели.